В редакцию нашей телекомпании обратился житель улицы Некрасова. Мужчина пожаловался на работу дорожных служб. По его словам, коммунальные работники в этом году испортили дорогу рядом с домом. Теперь у ворот Искитимца образовались ямы, а это значительно затрудняет заезд в собственный гараж. Асфальт и раньше был не особо хороший, вспоминает Леонид Губанов. Но после работы дорожных служб проехать на машине здесь стало довольно проблематично. Весной прошли грейдера, все снесли. И началось обвал. Сделали только хуже. Была травка на остановке вот за машиной. Они как проехали, осталась грязь. Тротуара здесь нет, поэтому пешеходам приходится идти по обочине. А как пройти, если кругом грязь, сетует Леонид. В паре метров от лужи у мужчины находится вход во двор и въезд в гараж. Соответственно, попасть в собственный дом после обильных дождей становится проблематично. Приходится засыпать яму своими силами. Вот навозил щебню сам, покупал щебень, заезд в ограду делал, закладывал. Давать комментарии в управлении благоустройства и дорожного хозяйства нам отказались. Однако в телефонном разговоре директор службы сказал, что ямочный ремонт улицы Некрасова в этом году производили. Однако именно в месте, где находится дом Леонида Губанова, просело полотно. И простым ямочным ремонтом тут не обойтись. Необходим капитальный ремонт. Средств на эти цели в этом году выделено не было.